Игорь Руденя в этот четверг передал новые машины скорой помощи учреждениям здравоохранения региона, а также аварийно-спасательную технику для управления МЧС. В рамках мероприятия состоялось награждение медиков, строителей и волонтеров, которые внесли значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Подробности у Натальи Чегет. При вручении ключей глава региона поблагодарил всех, кто работает в непростых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, и выразил уверенность, что новые машины будут работать на благо жителей Верхневолжья, вовремя доставляя их в медицинские учреждения и оказывая своевременную помощь. Сотрудники бригад скорой помощи, врачи, фельдшеры, водители, техники, кто работали на местах, в гаражах, это люди, которые одними из первых столкнулись с этой эпидемией. И очень важный вклад в общую работу внесли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Наши спасатели проводили мероприятия по дезинфекции в самых сложных, самых эпидемиологически неблагополучных муниципальных образований. Все медицинские автомобили, которые были переданы на подстанции скорой помощи, оснащены современным оборудованием и предназначены для проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. Так, на подстанцию скорой медицинской помощи номер 4 Твери отправила сразу два новых реанимобиля. Персонал подстанции очень рад тому, что нам передадут две машины. Очень все ждут этих машин. Вот. Поэтому и мы очень рады, мы очень благодарны всем, что нас обеспечивают новыми машинами. Кабины в новых машинах изолированы от салонов. В них установлены бактерицидные лампы. Имеется оборудование для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ. Все время же происходит обновление, вот я, так сказать, смотрю. И сейчас, конечно, то есть практически это такая высокотехнологичная медицинская палата на колесах, что сейчас, конечно, особенно актуально. Аппарат искусственной вентиляции легких, вот он прямо в этом реанимобиле. Каждый день спасают жизни не только сотрудники скорой медицинской помощи, но и представители МЧС. Оперативно-служебный транспорт и аварийно-спасательную технику передали региональному управлению МЧС России по Тверской области. Спасательная служба получила два мотоцикла, который предназначен для оперативного прибытия спасателей и проведения всех необходимых работ в условиях сильных городских пробок. То есть такие мотоциклы сейчас в данный момент нам необходимы. Оперативное прибытие на место вызова – это всегда чья-то жизнь. Даже секунды решают обстановку. Поэтому такие мотоциклы будут работать в паре, осуществлять мониторинг дорожно-транспортной среды и оперативное прибытие к месту уже ДТП для оказания помощи или тушения локального очагов пожара. Еще 4 автомобиля будут использоваться для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны. После церемонии вручения ключей все представители медицинских организаций и сотрудники МЧС расселись по машинам и немедля отправились в путь спасать жизни.